даже. Ну, иногда верим, иногда не верим. Ну, смотря, мне кажется, во что верит человек. Нет, не верю. Глупости. Возможно, и правда, это, возможно, чье-то мнение, чья-то позиция. Ну, это его позиция. Нет. Ну, это глупые бредни. Не люблю, когда пишут на заборах. Особого смысла там нет. Посмотри, что пишут. Не знаю. Говорят, мой отец говорил, на заборах много что, на сарае много что написано, а там сено лежит. Так что нет, не верю. Иногда да. Ну, иногда правду пишет. Но не всегда. Ну, большей части неправду. Нет, не всегда нужно верить тому, что написано. Во-первых, нужно проверять всегда. И, во-первых, даже если ты проверишь, нужно сначала поверить в то, что это действительно там. Нет. Ну, потому что много что могут написать, это ведь не значит, что это так и есть. Ну, часто очень пишут, если кого-то что-то волнует. Ну, иногда соответствует, иногда нет. На домах пишут даже. Нет. Если это особенно реклама, нет. Когда там что-то хорошее написано, стихи, например, какие-нибудь, тогда, конечно, верю. А когда какие-нибудь гадости и глупости, тогда нет.